Крокус Сити холдогу теракта 100-ден ашуун адамдын өмүрүн сактап калган 15 жаштагы Ислам Кыргызстандын кулун болуп чыкты. Ал бул борбордун гардеробунда иштейт. Ок атуу учурунда 100-ден ашуун адамды имараттан алып чыккан. Исламдын каармандыгы тууралуу расиялык маалымат каржаттар жазып жатат. Социалдык тармактарда жарандар ыраазычылык билдирүүлөрүн калтырууда. Айрым ырчылар ыраазычылык иретинде акча которгон. 15-летний парень, который помогал людей выводить, мы ему лям сегодня скинули. Сори, что я без твоего разрешения покажу, но это и так все в инете уже знают эту новость, поэтому просто героев должны в лицо знать. Я очень благодарен Моргенштерну, я искренне просто очень рад, с помощью него у меня хоть как-то облегчится жизнь, я очень рад, то, что существуют такие люди, как Алишер. Честно, у меня просто нет слов, я просто плакать хочу. Плачь, бро, плачь, нормальная тема, красавец, сука. Исламдын атасы Сузак районунан, апасы Өзгөн районунан экени маалым болду. Ислам менен президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Дайырбек Орунбеков сүйлөшүп, телефондогу баарлашууну Facebook баракчасына жарыялады. Салам алейкум. Алейкум салам. Ислам кандай? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Жакшыбы, сени бүт элдер көрүп атат, элдин баары сен баатырдыгыңа суктанып атышат, 100-дөн ашык кишини сактап калды деп. Ассаламу алейкум, рахмат. Алейкум салам. Сиз атасы боласыз да? Ооба, атым Бахтияр. Кубанычтамын, уктук сиздер жөнүндө. Ну, изначально сперва было как обычный рабочий день, потом на первом этаже там странные звуки были. Мы подумали, может там эскалатор сломался или там, может пьяная компания. Потом люди начали выбегать, кричать. Я когда в этом моменте понял то, что нужно действовать, я сразу все сделал максимально как надо, потому что понимал то, что если я буду стоять в шоковом состоянии, я свою жизнь потеряю и жизнь сотни людей. Изначально Кишинев-Бурбатан, там, когда в толпе я был, я думал, там, может, они выйдут, будут стрелять или там гранаты кинут. Но я успел открыть дверь, и все мы выбежали в Экспо. Жалалатан Сузак тургуну, Сузак айылынын тургунубуз. Жакшы. Мен Өзгөндө. Биринчи көргөндө аябай коркуп ыйладым мен, ошондой жаман окуя болгон жерден чыгып тирүү дени сак келгенине аябай кучактап Аллахка ыраазы болуп бир аз ыйладым. Андан кийин өзүмө келип кайра балам да өзү калтырап титиреп мындай шоковый состоянияда болчу, кайра балама өзүм бошонбостон наоборот күч дем берейин деп анан кийин молодец деп анан азыр эми кечтен бери аябай сыймыктанып атабыз конечно.